отрядов войск Минского гарнизона традиционным стал показ плацпарада сводной роты почетного караула. В его состав входят штатные подразделения почетного караула вооруженных сил Государственного пограничного комитета, а также внутренних войск Министерства внутренних дел. Сегодня в плацконцерте принимают участие 117 человек. Каждый год для главного праздника страны рота почетного караула готовит принципиально новый плацконцерт. В арсенале выполняемых строевых приемов появляются новые элементы, фигуры и движения. Программа выступления разрабатывается всем коллективом, а авторами отдельных ее элементов являются сами военнослужащие роты. Именно рота почетного караула украшает собой военные парады, задавая настрой всему празднику. Это показательное выступление не случайно называют концертом на плацу. Военнослужащие выполняют сложные технические элементы строевой подготовки под музыку. Сегодняшний плацконцерт содержит ряд традиционных элементов, знакомых зрителям. Диагональная расческа, домино и другие. Вместе с тем, в этом году все они наполнены новыми усложненными приемами. Солисты-виртуозы выполняют синхронное вращение карабинами одной рукой, виртуозное владение шашкой. Такие элементы под силу только опытным военнослужащим роты почетного караула и являются своего рода шедеврами исполнительского мастерства. Мастерство военнослужащих роты почетного караула заслужило признание и высокую оценку на международной арене. О чем говорят неоднократные приглашения этого подразделения на торжественные мероприятия за пределами нашего государства.
Сегодняшний плацпарад – это дань памяти поколению героев Великой Отечественной войны, отстоявших нашу Родину. Это гордость и слава непокоренного народа Беларуси. Безграничное уважение и благодарность современного поколения героям-фронтовикам, бесстрашным партизанам и подпольщикам, доблестным труженикам тыла, всем ветеранам Великой Отечественной войны.